А, вот наконец и Эйвор. Торговля — упоительный танец. На этом пока закончим. Жду твоего возвращения. Поем, друзья. Парус поднять! Давай продолжим.
Осмотрись, Сюнин. Я горю! In Vegas. Yeah.
Не волнуйся. Это нужно не только нам, но и ему. Барит, приветствую тебя в Дэрроу. Сколько лет прошло? Благодарю, мой король. Надеюсь, мой дар был тебе по вкусу. Пряности, каких я прежде не видал. Да, ты меня порадовал. Это лишь начало. Скоро Дублин превратится в главный центр торговли в Ирландии. Живи долго и правь мудро, о мой король. Твои слова – честь для меня. А ты, верно, Эйвор. Спасибо за храбрые дела, что ты совершил перед коронацией. Король? Похоже, враги вознамерились оборвать мое правление еще прежде его начала. Между северными и южными Уинейлами давняя распря. Но клянусь, именно я положу ей конец. Готовишь войну? Верховный король должен иметь власть над своими землями. Если без крови не обойтись, так тому и быть. Дублин – богатый город. Мы многое можем предложить. И воинов у нас хватает. А Эйвор в их числе. Я рад, что ты хочешь укрепить связи между Мидой и Дублином. Помощь мне действительно нужна. Но трудам твоим мешают твои же собственные подданные. О чем это ты? Во время коронации дублинские даны выкрали сокровища одного из наших монастырей. Келтскую книгу. Твоя поддержка весьма пригодилась бы мне. Но от такой непредсказуемости больше вреда, чем пользы. Если я верну книгу и накажу воров, будет ли Бариду место при твоем дворе? Возможно. Знаешь ли ты, где эти даны? В топе Хинхроя, к северу отсюда. Эйвор, это все лишь моя забота. Ждите здесь, я все сделаю. Ха!
Инхруя. Здесь живут воры, укравшие Келлскую книгу. Нужно осмотреть их тайники. Флан говорил правду. Только с той стороны. Кто-то подустал. Флан говорил правду. Книга должна быть где-то. Должно быть где-то поблизости. Thank you.
нужна другая книга. Это ты? Тебе велели исчезнуть, Торстейн. Исчезнуть из Дублина? Может, я заблуждаюсь, но мы не в Дублине. Ты не понял, что я не желаю тебя больше видеть? Слушай, ну откуда же мне было знать, что я встречу тебя тут? Ты зачем здесь? За книгой, что ты украл из монастыря во время набега. Да мы побывали в нескольких монастырях. Мои новые друзья неутомимы. Это ценная реликвия христиан. Отдай ее мне. Для христиан? Ха! Ты теперь служишь ирландцам! У меня ее нет. Ты на меня злишься? Не надо, прошу. Злишься же, да? Скажи, зачем мне оставлять тебя в живых? Я знаю, где она. В гробницах воин. Смотри, сколько всего мне за нее дали. Ты бы отказался, а? Вот, ты ведь понимаешь. Мы с тобой похожи. И я тебе почти как брат, так что... Не убивай меня. Не хватало пачкать об тебя оружие. Совершенно согласен. Исчезни. И теперь я не шучу. Третьей нашей встречи ты не переживешь. О, Ирландии я сыт по горло. Аж ноги болят плясать вокруг местных королей. А добыча? Смех один. Хотя, вот это я заберу. И это. Эй, хватит! Yeah.
Гробница Боин. Торстейн сказал, келтская книга здесь. Пещера. Кто бы ни были эти люди, они берегут свои секреты. Келтская книга.
Теперь прочь из этой проклятой пещеры. Ну что, ты нашел книгу? Как же ее тут у вас все обожают? Это аббат Эоган, епископ Арминский. Книга его. Помню. Он был на коронации. Надеюсь, ты не пострадал, когда спасал книгу. Дружба Верховного Короля того стоит. Что? Мой господин. Вас наделил властью сам Бог, а это язычники. Не сочти за грубость. Мы, норвежцы, народ не обидчивый, аббат. За это нас все и любят. Я просто хочу напомнить Флану о возможных последствиях. Вот и все. Они мне прекрасно известны, аббат. Пожалуй, я слегка забылся. Мне пора. Господин, прости, что вмешался в твои дела. Пустое. Я лишь рад, что книга снова в надежных руках. А он занятный. Мне понятно недоверие аббата. История дает ему много поводов быть осторожным. Что расскажешь? Я управился с вожаком болотных воров. Больше в Дублине некому мутить воду. Что ж, тогда займемся насущными делами. Ульстер делает все, чтобы подмять под себя Коннахт. Нельзя дать пламени их союза разгореться. Нам понадобится поддержка других королевств. Поговори с Киарой. Она многое знает. Я вернусь в Дублин, соберу людей и припасы для похода. Благодарю. Когда накопим достаточно сил, встретимся в Нокфри и составим план действий. Тебя долго не было. Кто украл книгу? Она была у весьма странных людей, а те купили ее у Торстейна. Зря я его пощадил. Даже мой сын это знал. Радуйся, Барит. Мы угодили Верховному Королю. Я обрадуюсь, когда Флан начнет доверять мне по-настоящему. Мне пора в Дублин, а ты ступай к Киаре.
Нам нужно доверие и других королей.